Привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики, добро пожаловать на канал Настоящий Узбекский. В нашем сегодняшнем видео продолжаем знакомить вас с базовыми сведениями об узбекском языке. Итак, узбекский язык относится, как мы уже знаем из первого видео, посвященного узбекскому языку, к тюркской семье языков, в которую, в свою очередь, выделяют карлукскую группу. В эту группу входит наряду с узбекским языком также и уйгурский. На узбекском языке сегодня только в одном Узбекистане говорят свыше 32 миллионов человек. А с узбеками, проживающими в Киргизии, Туркменистане, Казахстане, на севере Афганистана, он может спокойно претендовать на звание самого распространенного тюркского языка после турецкого. В сегодняшнем видео немного поговорим о грамматике, рассмотрим систему спряжения глаголов в узбекском языке и образование формы в настоящем и будущем времени. Итак, настоящее длительное время, present continuous, когда действие началось до момента речи и будет еще продолжаться, образуется с помощью аффикса «яп». Глаголы «кельмок» – «приходить», «яшамок» – «жить», «окмок» – «учиться». «Мен кельяпман», «сен кельяпсан», «у кельяпты», «сыз кельяпсыз». Множественное число. «Біз кельяпмыз», «сыз». Неформальное обращение к нескольким людям – кельяпсыз. Сызлар – формальное обращение к нескольким людям, то есть вежливо. Сызлар – кельяпсызлар. Улар – кельяптылар. Мен – яшаяпман, окыяпман. Сен – яшаяпсан, окыяпсан. У – яшаяпты, окыяпты. Сыз – яшаяпсыз, окыяпсыз. Біз – яшаяпмыз, окыяпмыз. Настоящее будущее время, present simple, действие продолжается постоянно и не ограничивается никаким моментом времени. Для образования добавляем корню глагола и краткую, если оканчивается на гласную, а если оканчивается на согласную, букву А. Мен келаман, мен яшайман, окиман, келасан, яшайсан, окисан, келады, яшайды, окиды. Келасыз, яшайсыз, оқисыз. Бұл множественное время. Біз келамыз, сіз келасыз, сізлар келасызлар, улар келадылар. Корень узбекского глагола определить, как вы видите, очень легко. Инфинитив всегда оканчивается на мог. Убирая мог, это и есть, значит, корень глагола. Отрицательная форма образуется путем присоединения к основе глагола аффикса «май», после которого следует показатель лица и так далее. «Кель майман», «яша майман», «ока майман». Будущее время можно всегда выражать настоящим будущим. А есть также другое будущее время, так называемое «возможное будущее время» с помощью «ар» или «р» и прибавлением аффиксов. Мен келарман, келарсан, біз келармыз, сіз келарсыз, сізлар келарсызлар, улар келарлар. Отрицание в таком случае образуется с помощью мас. Будущее определенное время выражает цель или намерение, то есть я собираюсь прийти, с помощью мохче и аффиксов. Мен келмохчеман, сен келмохчесан, у келмохче, сыз келмохчесыз. Множественная форма образуется снова по аналогии. Біз келмохчемыз, сіз келмохчесыз, сізлар келмохчесызлар, улар келмохчелар. Отрицание мохче плюс эмас. Мен келмохче эмасман. Большое спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Оставайтесь на канале. Скоро будут следовать новые ролики об узбекском языке. До свидания.